Заведение с вывеской «Ночной спортклуб» встречало посетителей с вполне обычной обстановкой для болельщиков. Но главный секрет хранился за непримечательной дверью в стене. Здесь к услугам игроманов предоставлялось 33 игровых автомата с выходом в сеть интернет и два стола для игры в покер. В помещении был оборудован бар, где подавались кофе, чай и спиртные напитки. При осмотре полицейские изъяли в качестве доказательств фишки, игральные карты, выручку, а также тетрадь с записями администратора. По данному факту проводится проверка, изъятое оборудование направлено на экспертизу. По окончании проверки материалы будут переданы в суд для принятия решения.